voice. Можешь пообщаться со зрителями. Что это за быдлан обкуренный? Сам ты быдлан, понял? Это Олежка. А ты сосишь, понял? Кто ты там? На, 60 секунд отдыхай. Сосишь, козел. Скажи Олегу, чтоб шапку тебе вернул. Неправда, это я ее сам вырастил. Не, ну знаете, как меня не переплюнут, у меня самый ублюдский почерк в жизни. Вы не представляете, я же еще тем более уже лет... Сколько? Лет 5 не хожу никуда, ни в какие учебные заведения. Я вообще писать разучился. Я вместо своей подписи крестик ставлю иногда. Да это еще это, знаете, там есть специалисты-психологи, которые по почерку определяют. Там. Вот я вижу, что у Паши, там же Паша, да, сейчас, потому что него не скинул. У Паши Смотрицкого вроде шизофрения какой-то там лютой степени. Кто-то на инглиш пишет отдельно каждую буковку. Никита просто насрал в тетрадь ручкой. Кто-то до сих пор пишет, как в первом классе. Тут у нас будущий врач, Андрей будущий врач. Олег, да самое важное было меня пофеймить и потроллить. Я, блядь, смотрю на почерк чела, там просто охереваешь порой. Не, ну кто-то там пишет реально, вот, ну... Вот Кирилл Крыжановский, да, это этот... Да вот Паша нормально пишет, мне нравится. Какой Паша? Паша Смотрицкий. Посмотрим. Ну, я сейчас скину, это шизофрения. Шизофреник. Не, ну, может быть, он писал, я же сказал, что можно чем угодно. В Москве по КД в метро реклама, чтобы, ну, использовать метро, Wi-Fi в метро, точнее, тебе нужно это, нажать, ну, там, типа, посмотреть либо рекламу, либо перейти по рекламной ссылке. Ну, типа, чтобы, вот, как-то так. Короче, и там реклама вся, либо там двойной твистер в KFC, или там 6 наггетсов в Макдональдсе. Все вот это вот, в основном Макдак, KFC, этот еще был Бургер Кинг, что-то. Все время ты вот сидишь, смотришь, блин, ну, хз. Такое. Вот 8 минут поиска. Как лечить две болезни, жопа 2 и Twitch? Заранее спасибо, молчу про третью запретную болезнь. Не знаю, если хочешь распределять свое время... Пытайся найти себе что-то другое. Ну, какое-то увлечение. У меня Сэмка, у меня Найт и Виномансер, боже. Как это, Альт, да, надо? У меня Базон Дизраптор, блин. Что за говно? Питон, ты можешь это, кстати, слышишь? Через Медасик там вот это вот. А можешь ранний выход? Ну, с кем-нибудь опасными темами. Да. Разница, что такая параша вообще. Не знаю, ну, у каждого свои интересы. Я вот считаю, например, что Конан, например, или какой-нибудь этот, ну, вообще, это все от Раста, от Майнкрафта сделаны. Если что, передумки, я через Медас шел. Вот так. Какая? А прикиньте себе, Дом качнул третий скилл, это скилл. Ну, я понимаю, тут, ну, Ryzen это просто продолжение, типа, якобы продолжение готики. Я просто не играл, Первая, вторая готика это нормально, а вот все остальное после того, что это вышло, это вообще просто высер собачий. У меня Дизраптор называет противников животными. Говорит, животных в загон. Ха-ха-ха. Советую попробовать. Вот? Да, даже, ну, если ты... Некоторые просто не могут, например, играть в старые игры. Они такие, ой, старая игра. Я, наоборот, ну, как бы... За вот это дело. Но порой бывает прям действительно не очень. Красиво, Питон. Спасибо. Задрот. Какая проблема, но я прилетел. Да не, у меня все нормально. Я не думаю, что я умру. А с настройка умру. Пожалуйста. Эх, забыл. Не вовремя, пизданул. Сглазил все. Что, какие-то герои неубиваемые вообще? Нам нужно, наверное, какую-то дырочку реализовать.
Найди ганг на своей нигме или делай что-то, буду лес выкачу. Возьму это. Ой, дырочка-то реализована-то не, как? Не, там 9 стиков еще. Нейтральные крипы. Мантимага БФ через 1200. Если что, если вы не придете. У меня единственное, что тюряга долгая и еще ут не откатился. Я его не могу вернуть. Слишком далеко. О-о-о! Я его замедляю, нормально так. Я вот думаю насчет Мидаса на самом деле. Я думаю, нам нужны все Мидасы, правильно? Нам нужно 6 Мидасов. Да. Если завяжет его медведь, в принципе. Красиво. Это лучше на медведе просто. Ну, если очень хочется, можно его зажать, наверное. Тут, к сожалению, это я похилил другого. Я этого сейчас попробую. Мы тут деремся, погоди. Да что? Чё так тюряга-то долго? Я тоже экспу хочу. Крипы меня убьют! Я не могу. Все должен. Так еще. Ой. Я похил. Это все, что я мог. Тимак на меня прыгнул. Ладно, парни, вы там сами. Из короля льва, если что. Смог себе позволить Мидас. Я хил 2 секунды. Полагаю, у нас есть некоторые проблемы. Подойди, подойди к нему. Да, ну я все. Все, что мог сделать. Я тут соляным антимагом ее бурил. Ладно, писать так здесь. А что, у тебя тоже голод минута подъехал? Да. Не, взял. Раньше касса, чтобы дальше Мидас связать. Правильно. А прикиньте, второй купит манты, да. Так. Раптор его глюсует, ставит, то он тоже. Вот это да. Ну я не знаю, как-то он... Акс, я отойду, я не буду как-то ставить. Как-то тут он ничего не задоджил, куда-то, блин, канулся в упор. У меня манты нет. Крипа, дай. Я лещу. Мне кажется, на меня бури. Я на шифт жал, я пытался, но нет, чё-то. Ну, я хотя бы поел. Приятно. Ой, тарелочку. Ну, спасибо. Сейчас дагер будет, парни. Сетух. И там как, Олег? Я ТП. Повесил. Зачем? Не оставляй. Я хочу ТП им сбить. Его хотя. Его. Я же задрот. Антимаг уже съебал. Ну там Макс тоже. Не стойте под Аксу все. Грифсы. Ой, красота. Поэтому я не хотел. Я к вам возвращаюсь. Я возвращаюсь, мужики, я возвращаюсь. Гоу. У меня дагер. И блок. Вниз тогда. Мне кажется, можно подраться, не? Можно. Можно, дайте курьера там взять.
Нету, нету, нет, репелла. Еее, давай, я бурю. Не того чё-то. Я без маны оказался. Немного промазал. Вот так проблема. Давай отойдём, ладно. Ну, ладно, давайте, давайте, я иду, парню. Или чё? Братан, на медведе, ну ты чё? Там три байбека. У меня маны нет похилить пока. Руки. Санстрайк будет. Санстрайк. Все вместе, все вместе, все вместе. Автоботы. Амидамар, уединение. Ща, он себя ультанет, да? Или в меня? Опа! Пуш. Поедет есть. А, уже нет. Нету ничего. А. Давай я позамедляю. Опа! 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 Смотри, сейчас добавишься еще. Бля, что ты ёбки, они же готовы. Полагаю, мы тут задержали. Давай зайдем. Поднял антимага. Атос дам, атос дам. Блин, он задоджил. Он задоджил. Тюрьму на. Что у нас сегодня нынче? Серегу часто. А, за изнасилование. Help! Спитал. Ну тилох, конечно. Ха! Парни, помощь нужна. Серьезная помощь, моральная да, душа. Рор! Рорыч! А, понял. Маны нет. Ой, не знаю. Нет. Йо, давай, ты их разводи 50 секунд. А я да, могу. Да. Бегаю вот так вот, как бы около. Да, бегаю, бегаю. Спасибо, спасибо. У меня мут упал, у меня мут упал. Красиво, поздравляю с анмутом, братан. Хлопаю в ладоши. По жопке стучу. Спасибо. Однокласснику. Дал репел, блин, но... Я... Он не уйдет, я уже Юлю. Куда? Что так больно? Ну, по-моему, я тут соло пошел, да? Да. Оу. Сейчас, парни, просто. Не могу нажать ульт, Олег. На мне этот висит, сайленс. Нормально, да ладно. Что это за хейт, конечно, я не понимаю, ну да ладно. Ой, дырочка-то попала. Замечательное путешествие по Исволу. 6 мадригена возьму. Чё, бля? Опа, он думал, он тут это, неуязвим, понял? Да он умер, он умер. Бля, как бы тебе помочь-то? Тебе-то как помочь? Хочешь драться, давай. Ой. Там же сейчас соло акт. Уйди, уйди, уйди. Друида, через играт. Бурит со всех сторон. Сам фит, сам фит. Бля, надо хуйню найти. Пойдем, идем, давай. Давай идем.
Не крепчик вот нужен. Там. Вот там волк вот есть, тебе нужен? Вот там счастье. Да, Мэдисон, ты где-то прячешься. О, у тебя хекс уже. Дали вот. Мусульман. Да, я общался с этой, с Ксюшей, его девушкой. Ну а. И чё, она тоже прячется или нет? Ну да, они вдвоем они. Наведи на радиус Дегенауры, послушай, посмотри. Это фейк какой-то или это с линзой так? Слушай, а выложи линзу. Выложи. Мишка возьмёт. Да, слушай, аура. Ебать, блин, нихуя себе, да. Только она не работает. Нихера все равно. Не работает. Ну как да, показываешь, да, много. Не, не, не работает, Олег. Да, ну, значит, баг. Надо было смока закупить. Да пошли уже, хоть раз. Развлекаем. Ну, с одной атаки уходит. Комплит. Ооо, ясно. Если что, я его верну. Давай. У меня еще будет от... А, верну. У меня лин. Бат. Не огоним, да. The soldier's dead, guys. Can we go in? Блин, ну вы можете как-то все вместе, чтобы... Да, надо. А то сейчас закинем. Все, играем, играю с Лейвова. Здесь, конечно, сплов у них много. Да держи его, просто бей бараки. Смотрите, он умер. Всё, блядь, мега крэпс. Нахуй вода не было, блядь. Вот для чего вода не было. Я тут как бы двух мейн-персов выебал в соляру. Даю репел. Где мои очки? Надо одеть очки. Все, Йон, спасибо, что мне затащил две игры. Да не за что. Обращайся. С тебя 4 сотки. Ёбни ему, пожалуйста. Но... 1600 человек смотрит, как я ЛП играю на 7000 аккаунте. На медведя или чё? Не знаю, чем что тебе сделать, да. Похилил. Дивер на меня пошла, пиздец. Все, хил на 500 достаточно. Так, у нас, короче, если что, перекур минутки 3. Там, кто еще будет, будет. Тут еще питон, у тебя есть игры? Ты... Не, я как... Ты обмытый, отпрял. Да? Все, я понял. Ну ладно, давай, удачи тебе в бассейн скрытый пойти. Спасибо. Так, сейчас мы сразу покикаем.